В Тирасполе утонула 17-летняя девушка. Это произошло накануне вечером. Погибшая отдыхала с компанией недалеко от парома. Вместе с ней была 16-летняя подруга и два молодых человека, 22 и 23 лет. Выпивали, купались. Девушка не умела плавать. Потеряла дно под ногами, схватилась за одного из парней. Оба начали тонуть. Вот что он потом рассказал спасателям. Она начала меня обнимать и, все одно не чувствует, я как понял, и начал, даже панику не показывал, я не понимал, я начал сам тонуть. Но я когда уже понимал, что она тонет, я пытался как-то, обратно толкнуть ее. И ногами, и руками, и, всем. И кричал, и на панике был. Парень выплыл, девушку вытащить не смог. Ее тело достали водолазы. Спасатели еще раз напоминают купаться и отдыхать только в специально подготовленных для этого местах.